Итак, всем привет, с вами ДПГ, продолжаем играть за Османскую империю, а нынче Турцию в Виктория 3. Я думаю, это уже будет последняя серия. В принципе, мы почти что всего, чего хотели, достигли. Страна на первом месте. Практически по всем показателям. Некоторые, конечно, достигнуть первых мест будет, ну, сложновато с нашим населением. Тем не менее, почти все показатели первые в мире. Ну, очевидно, ВВП самое главное и престиж. Как бы тоже первые в мире, хотя престиж технически бесполезная, так сказать, цифра, но ладно. Мы в прошлой серии хотели повоевать с Австрией, с Россией, под конец не получилось, они сдались. А подожду я их перемирий, и в принципе, ну, тут 5 лет. И попробуем мы еще раз с ними повоевать. Потому что я хотел бы все-таки вот эти два региона, три точнее региона, захватить, чтобы Черное море было внутренним. И как бы, ну, по-красивому было бы забрать все-таки у Австрии Вену, как Османская империя уже пробовала в свое время. Если они опять сдадутся, ну, видимо, мы на этом мы и закончим. Как бы хотелось бы под конец еще повоевать. Но как уже получится. А так, нам нужно еще 5 лет будет подождать, так что поехали. Особо ничего, я думаю, в это время не будет происходить. Тем более, что дурная слава у нас большая. Я все-таки не хотел бы сотку перебрасывать. Поехали. А еще, чтобы игра ускорилась, все-таки нажму вот эту кнопочку «Замерзать все культуры и религии на главной во всех странах». Только перед этим, конечно же, сохранюсь. Делаю я это, конечно, потому что игра идет, ну, уже очень медленно. Поехали. Интересно, сколько она будет грузится, слушайте, как будто быстро. И... Ну да, вообще, я бы не сказал, что очень. Ускорение точно есть, здесь карта залагала, как обычно. Ускорение некоторое есть. В целом, чуть приятнее будет эти 5 лет идти. Наше население стало выглядеть примерно вот так. И во всех остальных странах, я так полагаю, тоже. Исследовали мы тут кино, кстати говоря. У нас на картины был большой спрос. О, дирижабли еще, кстати говоря, появились. И ну-ка. Блин, всегда приятно видеть, когда на такие выгодные товары хороший спрос. И да, это помогло опустить, но все еще поднимается. 4000 картин в Турции потребляют. И это прекрасно, я считаю. Турция, кстати говоря, все пытается там что-то объединить. А смотрите, неплохо так даже здесь, в Бенилюксе, территории себе в рынок захватила. Но... А, ну уже все, Нидерланды уже вышли. Но Пруссия, конечно, очень грустная, даже с патчами, которые... Ну, не с патчами, ну, во-первых, с патчами, да. Во-вторых, с модами, которые частично еще Пруссию бустят именно в логике, чтобы она пыталась обидеть Германию. Все, она у меня очень-очень редко объединяется. Тут еще киноискусство качнули, запись появилась. Можно профсоюзы селяне качнуть, можно интеллигентов буржуа, но попробуем вот это. Все еще хочу попробовать в теории перед концом игры Советскую Республику поставить. Но шансы, конечно, маленькие. Хотя они, объективно говоря, хотя бы есть. Давайте вот так сделаем. Промышленники минус 10, блин. Чуть-чуть, и у нас были бы реальные шансы. Ну, слушайте, а кто хочет вооруженные силы? Да, без них как-то никак. Если промышленников уберу, они будут бухтить. Ну да, он бандит. Плевать, давайте пробуем. И, слушайте, какие шансы? Шансы есть. 35%. Все, звонят, зато плевать. У нас там критический радикализм, но 35% и революция сосать. А, мы, конечно, сделаем вот так, но мы, честно говоря, не дадим им ничего сделать. За родину! Получит идеологию пролетарии. Сюда, Красная Армия. Протекционизм, командная экономика, интервенционизм, прогрессивный налог, пенсия, зарплаты и гос все. Отлично, отлично. За родину, товарищи. А теперь надо потихоньку будет с этими ребятами тоже разобраться, чтобы они успокоились. Сейчас они лояльные. Пройдет революция, их обратно в правительство. Ну и как-то туда-сюда. Что ж, у нас теперь коммунистическая Турция произошла. Так сказать. Никто не ждал, но вот она пришла. Так, огнемечки нет, мне неинтересно, очевидно. Совершать военные преступления намного эффективнее в войне. Причем это даже не шутка. И переключаем мы здесь, хотя уже, честно говоря, плевать практически. Мне хочется просто уже дождаться перемирия и начать войну. Как бы я что-то вроде как закидываю сюда в постройки, но, опять-таки, честно, уже как-то не сильно интересно. Мэнпауэра, население, в принципе, слишком многовато. Мы как бы не очень успеваем отстраивать все запросы их. Как бы я вот что-то типа так вот могу подзакинуть, но, объективно говоря, вот ВВП в такой дате зависит только от вашей лени. Если вам не лень все это строить, тогда
Как бы, ну, вы можете это строить. Что объективно говоря, у меня инвестиционный пул 350 миллионов, я могу построить здесь хоть 15 тысяч по постройке, и все равно это будет кончаться очень долго. Как бы можно все это время строить что-то. Мне просто уже как-то не сильно интересно, я бы сказал. Ну и, конечно же, Советская Республика у нас поднимает уровень жизни низшего класса за счет высшего. Как бы в среднем поднимаю общий уровень жизни. Но, опять же, нам на этом этапе уже, в принципе, плевать. Ну и, конечно, опять же, если бы я хотел прям продолжать экономически развиваться, то я бы не менял сейчас свою форму управления. Я бы оставался там с капиталистами и с вот этим вот огромным бесконечным инвестпулом. При социализме он все-таки закончится, и, как вы понимаете, вот, здесь у нас минус 3,5 миллиона на самом деле. То есть мы сейчас, если бы наши капиталисты не давали нам денег в свое время, как бы теряли бы 2,5 миллиона по бабкам. Так что, ну, однозначно, на мой вкус, социализм неэффективнее экономически. Так, а у нас... Я вовремя нажал пробел. Нам нужно делать вот так временно, чтобы парламент у нас не принялся. Так сказать, какая жалость. Можно, кстати говоря, перейти на ГСМ с угля вот здесь вот. В принципе, чего нет, у нас ГСМа до хрена. У нас все еще образуется некоторый минус, но... Ну, это нормальный минус, типа, которым мы можем жить. Хотя, опять-таки, экономически, наверное, не стоит переходить на ГСМ, там не так-то много бустится. При этом нам, по-моему, электричество столько-то и не надо. Давайте посмотрим. Ну да, видите, оно дешевле становится слишком. Как бы, ну, уже почему нет. Мы тут, если что, авианосцы уже сделали, да? Так что можем там это... Так, кто ты? Адмирал. Ладно, пускай он будет политиком, плевать. Так что у нас уже 909 год, у нас тут танки, авианосцы, в общем-то, ну, полный набор. Подводные лодки, линкоры, вон, скоро тактика будет новая тоже. Она распространяется? Нет. Ну, давайте ее сделаем, почему бы нет. Но мы ждем. Остался еще один год. И мы пойдем брать вот эти территории. Хотя, блин, будет очень жалко, если страны просто, ну, сдадутся сразу. И знаете, что я сделаю? Тут есть автобилд. Давайте его включим. Запретим бараки, базы, вот это все. Университеты. Это все. Пускай нам строят порты, ЖД и домики. Ну, пускай занимается там автоматическая система, которая яишками управляет. Я устал, так сказать, я ухожу. О, ребята, плюс 20%. А, ну это только одного стоит, а тогда не так сильно. Ну, прикольно. А, я допустил один прок, но он не прокнул, слава богу. Ко мне, кстати говоря, мигрировало 4,5 миллиона французов внезапно. Блин, прикольно. Число достаточно большое, я бы сказал. Ну ладно. И подходит сакральная дата. Начался уже 10-й год. Осталось здесь дождаться до августа. А здесь давайте-ка посмотрим до октября. То есть Австрия будет первой. Хотя есть шансы, что они и объединятся вообще, когда мы нападем на какую-нибудь Австрию. И что ж, время настало, давайте... Ну, мы начнем за возвращение территории. Грубо провод, ага. Черт, у меня... Это у меня опасение, что они сейчас просто перехотят и сдадутся. Давайте-ка так, мы хотим точно взять себе еще Австрию. О, Австрия. С Вены как раз-таки. И, ну, чтобы все было более-менее нормально, за Дунайский край давайте. Вам. Давай, Австрия, не, пожалуйста, не разочаруй меня. Эмбарго, да-да-да-да-да, давай, не разочаруй меня. Начни войну, пожалуйста. И давайте посмотрим, что там по войскам, кстати говоря. Так, с паузы не буду снимать. Они отстают солидно на две техи, вот на две вот здесь, на одну здесь. Здесь вот хоть не отстают, но такое. Ну что ж, а все. А все. Ну хоть без чести вернули. Но если Россия будет делать то же самое. А вот она откатилась. Видимо, я пошла примерно так и нажимал. То как бы, ну, на этом мы и закончим. Поехали. А тут еще хуже. Тут страх вообще. Давайте Луганск. 99,8 как раз таки. Если она не отступит вот здесь вот, то я добавлю еще и Ростов и плевать.
Но я подозреваю, что уже все. Мы достигли того этапа игры, когда никто с нами не хочет сражаться. Там нам эмбарго цин закинуло, за следом за Австрией. Ну вот все зависит от вот этого вот колечка. И как вы можете видеть, Россия отступает, все. А технически, кстати говоря, мы практически объединили. Вот эти территории мы полуназемным путем, можно сказать, объединили. Ну, конечно, Черное море не полностью стало нашим внутренним, но еще ждать опять 5 лет, чтобы раз территорию забрать, потом еще чтобы 2 территории, здесь то же самое. То есть, ну, еще 10 лет просто ждать, чтобы они мне поддавали территории, наверное, я все-таки не буду. Я считаю, что мы цели своих достигли, мы полностью излечили страну, сделали ведущей державой, сделали непобедимую армию, с которой даже передовые державы просто, ну, боятся сталкиваться. Австрия все-таки на втором месте, если что, то есть они следом за нами идут. Как бы... На этом, я думаю, можно партию и закончить. Ребята, с вами был Добгай. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, все как обычно. И до скорых встреч, пока. Пишите страну, за которую хотите, чтобы я поиграл, в комментариях.